Если честно, то я, например, уже соскучилась. Времени-то прошло совсем чуть-чуть, а без вас плохо. Но мама мне всегда говорила: терпение и труд. Ой! Очень страшно. Вообще, то ли привидение, то ли вообще не пойму, чего такое ходит. Не, наверное, кажется. Вот мама в детстве мне говорила: терпение и труд, все перетрут. Мы вас будем ждать. Без вас плохо, вот честное, плохо. Честное слово, плохо и страшно. И трудиться будем. Конечно, это время пройдет быстро, вот честное слово, и будет уже тепло. И тогда мы с вами встретимся. А эта встреча должна быть приятная, очень-очень приятная. Так всегда бывает, когда проходит какое-то время, и потом вот эта вот отдача и дыхание чистое между зрителем и артистом, и никакой коронавирус нам не страшен. Приходите к нам через какое-то время, мы будем вас ждать с нетерпением, потому что мы вас очень-очень любим.